выигрывал суперкомбат. Исмаил Лонд становился чемпионом. Так, оба в белых трусах. Сингх Джайдип. Белые трусы с черными галочками. Исмаил Лонд, белые трусы с черным поясом и с черными лампасами. Лонд пошел вперед и свои тяжелые удары, а у него действительно мощная рука, обрушивает. Но Джайдип умеет издалека стрелять. Очень хороший боксер. Выцеливает Лонд, не торопится сближаться на короткую дистанцию. Ну и Джайдип тоже не спешит показывать всю свою способность поражать на дальней дистанции. Готовит сюрприз. Вопрос, получится ли и будет ли этот сюрприз неожиданным для соперника. Потому что знают друг друга хорошо, записи видели и понимают, как следует боксировать друг с другом. Поэтому бой непростой. Вот сейчас в отходе чуть поактивнее поработал Джайдип. Лонд пешком проходит все расстояние до соперника, весь ринг, затем останавливается и хлещет. Вот как-то у него так... Словно идет на работу, а затем встает к станку или к наковальне и начинает работу. Первый раунд, я бы сказал, это пролог. Ну, где-то будет кульминация и какой будет эпилог. Вот это мы увидим с вами сегодня же. Лонд пошел вперед и рефери придерживает немножко, ждет удар гонга. Второй раунд, и Лонд по-прежнему в поиске, но Джайдип взрывается. Ну, похоже, что запутался в канатах Лонд, но... Колени включают, начинает Джайдип гонять Лонда, но вот чуть-чуть дистанцию не выбрал и нарвался на несколько ударов и вновь попадает сбоку Лонда. Хороший боец Джайдип, но против таких ударов любой, даже самый грозный, самый техничный боксер
почувствует себя неважно, не в своей тарелке. Очень внимательно Лонд, с неким даже напряжением, открывает глаза. Я бы сказал, как бы это по-литературнее выразиться, таращит глаза на своего соперника, чтобы все видеть, чтобы ничего не пропустить. Вперед идет Джайдип. Одиночными ударами Лонд умудряется контролировать ситуацию. Делает это вполне умело и очень эффективно. Очень здорово досталось Сингху Джайдипу. Несколько ударов, довольно-таки тяжелых, обрушились на голову Джайдипа. Но он выстоял, он выдержал. Это, конечно, делает ему честь, но немножко отдаляет от победы. Подбирается Лонд. Вот, скажем так, и Джайдип потрясен, и Лонд на полу побывал. Но рефери нокдаун здесь не усмотрел. Ух, как яростно и как опасно сейчас Лонд срезал своего оппонента. Хорошее вроде бы начало у Джайдипа, но потом как-то раскрылся, руки опускаются и... Тут же прилетают кулаки Лонда. Заключительный раунд. Угрожает Лонд. Но преодолеть вот эти защитные порядки Джайдипа непросто. Но Лонд все-таки умудряется. Умудряется и делает это как-то ненавязчиво. Может быть, кто-то посчитает довольно монотонно, он боксирует. Ну а что делать, если соперник значительно выше, более длиннорукий? Тут стучите, и вам откроется.
Джайдип не поздновато ли спохватился? Чуть раньше нужно было вот так работать. Я полагаю, вы сами можете определить без помощи судей, кто победил. Я думаю, что это будет Исмаил Лонд. Вот если бы попал коленом, вот если бы сбоку попал Джайдип, но этого не случилось. Вот так, Лонд увернулся и попал сам. Да, боксер из синего угла, Исмаил Лонд. Тяжелый бой выдался обоим, и проиграл Джайдип. Мелвин Мэнхофф, крепыш-каратыш, помните такого? Очень хорошим.